Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о главных правилах этикета на собачьей выставке. Любая выставка собак – это общественное мероприятие, на котором необходимо соблюдать определенные правила. Причем касается это как правил участия в выставке, так и правил этикета. И если первые прописаны в отдельных документах, вторые воспринимаются каждым на интуитивном уровне. Какие правила этикета обязательно нужно соблюдать на любой собачьей выставке? Давайте разбираться. На любой выставке собак важно быть пунктуальным, приезжать на мероприятие лучше заранее. То же самое касается и выхода на ринге. Внимательно следите за расписанием и не задерживайте других участников. Выходите на ринг сразу же, как вас вызовут. Относитесь с уважением к другим участникам выставки и организаторам мероприятия. Не забывайте про правила вежливости. Ведите себя корректно, ни в коем случае не критикуйте других собак, даже если вы не согласны с методами воспитания других владельцев. Помните, каждый хозяин вправе воспитывать собаку так, как он считает нужным. Не перекрывайте проходы между рингами, не мешайте другим участникам. Свободное расстояние для прохода между рингами должно быть не менее 3 метров. Также помните о том, что нельзя самовольно натягивать огораживающие ленты или другим способом загораживать свободный проход. Внимательно следите за своей собакой. При передвижении по территории выставки ведите питомца на коротком поводке и пресекайте все его попытки лаять или бросаться на окружающих. В противном случае вы не только помешаете другим участникам, но и можете получить более низкую оценку от эксперта. Будьте вежливы при общении с экспертом, ведите себя достойно и спокойно выслушивайте любые его комментарии. Не проявляйте бурных эмоций, если вы с чем-то не согласны. По окончании ринга обязательно поблагодарите эксперта вне зависимости от его вердикта. Таковы самые главные правила этикета на выставке собак. Следуйте им, тогда выставка станет для вас приятным мероприятием, где вы сможете приобрести новые знакомства и показать своего питомца во всей красе. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!